Дорогие коллеги, очень важно иметь возможность обмениваться опытом, собираться, обсуждать сложные случаи и вообще чувствовать себя в профессиональном сообществе. И 27-28 февраля ПСИФОПСИ и Русское общество психосоматики будут проводить конференцию под названием «Тело, аффект, социум», где будет возможность познакомиться с коллегами, а для тех, кто придет точно, еще и пообниматься, обсудить очень много важных тем, связанных с изменением мира за последнее время и влиянием этих изменений на психотерапию, поучаствовать в мастер-классах и круглых столах и почерпнуть для себя новые возможности развития практики. Всех приглашаю, буду очень рада видеть. До встречи 27 февраля.